Парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении пакет законопроектов по присоединению к таможенному союзу. 5 из 4 парламентских фракций большинством голосов одобрили 13 законов, которые в будущем будут регулировать торгово-экономическую деятельность республики в таможенном объединении. Но первоначально проекты нормативно-правовых документов были приняты комитетом по экономической и фискальной политике. Затем этот пакет был вынесен на обсуждение всей палаты. И теперь, после его одобрения в первом чтении, законы будут доработаны с учетом дополнений и изменений для окончательного принятия. Но между тем, правительством Кыргызстана подготовлен второй пакет законопроектов по присоединению к таможенному союзу. Он будет внесен в парламент уже в ближайшее время. Одобрена и дорожная карта по присоединению республики к Евразийскому экономическому союзу. Основные моменты и пункты исполнения уже обговорены экспертами Евразийской экономической комиссии, которая координирует всю интеграционную работу. Самый эффективный формат вхождения в евразийский экономический процесс – это присоединение и к таможенному союзу, и к единому экономическому пространству. А формирование союза как раз и создает такую возможность одномоментного подключения к всему блоку интеграционного взаимодействия.